Этот день — это не традиционный китайский фестиваль. Но за последние 24 часа китайцы приняли участие в карнавале, даже более интересном, чем традиционные фестивали. Это был также первый случай, когда Нью-Йоркская фондовая биржа провела церемонию открытия торгов в Пекине для китайского предпринимательства на базе интернета. Мы работаем вместе, мы вместе проводим время, и мы любим этот важный день. Я думаю, что это только начало. В этот день устраивают вечеринку, приглашают звездных гостей и делают самые большие скидки в году. Весь мир сосредоточили свое внимание на компании Alibaba. Легендарная компания, которая организовывает фестиваль. Часы пробили 12, и показатель зафиксирован на уровне 91,2 миллиарда юаней. Огромные показатели. Это заявление Китая, страны с высокой покупательской способностью всему миру. И товары из разных стран — это показатель того, что китайский рынок приковал к себе внимание всего мира. Но что стоит за этими 91,2 миллиардов юаней? Мы хотим знать больше. Как мобильный интернет и день холостяка изменили покупательские привычки китайцев в городах и даже в деревнях? И как миллиарды товаров со всего мира доставляют в руки китайских покупателей? 85 900 платежей и 45 миллионов людей одновременно совершают покупки. Можно сказать, что это самая загруженная и сложная система бизнес-технологий. Как молодые китайцы становятся первопроходцами в этом революционном бизнесе? То, что мы с вами узнаем, это не просто фестиваль шопинга, а то, что стоит за этими чудесами. Мечты меняют мир.